А Крым принимает все новых гостей из Европы. В этот раз на полуостров прилетели предприниматели и политики из Германии. Они захотели собственными глазами увидеть, как живет молодой российский регион и оценить его экономический потенциал. Я политик и представитель бизнеса. В Крыму я уже не в первый раз и вижу, что здесь происходит. Очень важно, чтобы мы, побывав здесь, рассказали на Западе, как на самом деле живет полуостров. И мы хотим, я говорю это открыто, чтобы западные туристы смогли побывать в Крыму. Перспективы развития туристического бизнеса зарубежные гости оценили, посетив главные достопримечательности Крыма. Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад. Впереди у европейцев поездка в Севастополь.